И снова здравствуйте, друзья, снова с вами я. Продолжим с того момента, где закончили. Я заодно буду отвечать на ваши вопросы. Мы подобрались уже к шестому вопросу. Можно ли мне с вами сотрудничать, поиграть? Это платно? Нет, ребята, со мной можно сотрудничать. Да, я только за, с удовольствием, я за любое сотрудничество. Поиграть можно. И это бесплатно. И звоните, пишите. Проблем с этим никаких не будет. Так, продолжим тогда исследовать. Конечно, жестко, наверное, получится сейчас. Это 6. Откуда же ты тогда будет? Откуда ты взялась? Вопрос, можно ли заказать рекламу? Да, можно заказать рекламу без проблем. Пишите, там есть номер телефона, пишите комментарии. Все это закрыто, проверьте с другой стороны, да? Отлично. Поэтому пишите. Проблем никаких с этим нет. Так, подвальчик. Весьма приятный. Весьма приятный подвал. Очень приятный подвал, я считаю. Ничего такого тут. Так, ладно. Не будем отвлекаться от вопроса. Восьмой. Если, Дмитрий, если я вышлю вам денег, скажите спасибо. Да, конечно, скажу. Я сейчас говорю вам спасибо, что вы смотрите этот ролик, поддерживаете меня просмотрами, лайками, там, дизлайками, комментариями, любой, короче, любая обратная связь от вас мне очень льстит. Особенно поддержка денежки, поэтому... Ну что ж. Это было немного жестко. Но теперь мы знаем, чего ожидать. Если что, то вдруг пойдет не так. Что за комната? Зачем эти комнаты так нужны? Пиздец, такие лабиринты. Что-то пошло явно не так. Нас почему-то обидели. Я не понял, почему это произошло. Ну, да бог с ним. Так. Девятый. Дмитрий, как мне стать крутым? Хм.
Слушайте, ну не знаю, нужно стараться, нужно работать над собой, в первую очередь. Что это? Что он застрелился? Что делает эта женщина? Она телепатически воздействует на меня. Так что я начинаю расстреливаться. Это странно. Папа. Слушай, похоже, она не успела повлиять на мой разум. Закончим. Такая же история. Так, ну теперь у меня патронов больше нет. Еще одна. Похоже, отъехал. Идем дальше. Тун-турун, 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 тыщ-тыщ, пам-пам-пам. Ох, это музыка, конечно. Так, тут кассета, здорово. Нам пароль подскажут. Отлично. Готов? Я почти отъехал. Пацан говорит, что оно нормально. Чувствуем себя в порядке, чувствуем себя в порядке. Открыто с другой стороны. Подвал, по-моему, надо чекаться. Ну, раз мы сделали какой-то успех, извините, что... Раз мы сделали какой-то успех, то почему нет? А это обратно, что ли? А, видеокассету взяли. Ебать, я думаю, вообще были. Так, продолжим вопрос. Дмитрий. Стоит ли заниматься спортом, чтобы быть таким же спортивным, как и вы? И как правильно это делать? Ну, спортом, конечно, стоит заниматься. Стоит следить вообще за собой и стараться как бы... Как говорится, со стороны виднее. И если вы видите, ну, это личное сугубо мое мнение, кажется. Так, а что делать? Кассету. Так, какой этаж? Первый, но явно не первый. Открыто, только первый. Там говорили. Это что за просьба? Заниматься спортом. Как это правильно делать? Ой. Да, я занимаюсь спортом постоянно и делаю это правильно. И вам советую, чем больше будет. Будете это делать, тем лучше у вас все будет обстоять, все ваши дела. Очень советую, прям занимайтесь спортом, то есть, ну, представьте, что вы не как бы дети. Когда мы были детьми, раньше мелкими, нам было похуй. У нас не существовало там усталости, не было какого-то
усталость там, блядь, побрили немного, там, блядь, иначе сильно. Продолжим. Так. Что такое? Где враги, блядь? Кого разорвать? Сука. Видимо, где... А, у нас есть красивая. Ничего, пойдем позырим. Давайте смотреть. Так, тип какой-то. Что-то тип помучает, говорит, сука. Замучу тебя сейчас, блядь. Видишь, говорит, веревку сейчас я тут повешу, блядь. Сейчас молотком, говорит, ой-ой-ой. Сейчас, говорит, тебе говорить, ой. Походу, он ему не угрожал, он просто, короче... Семь, 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 девять. Один, семь, семь, девять. Семь, 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 девять. Семь, семь, девять. Либо один, семь, семь, девять. Идем обратно. Черт, кто на меня? Спускаемся на лифте куда-то. Может быть, поднимаемся на крышу. Если бы он поднялся на крышу, короче, то было бы здорово. Крыша там. Ну, то есть, если какой-то зомби-апокалипсис, то постарайтесь держаться крыши на крыше. Проще спастись. Парень не решил в подвал спуститься, но, видимо, он лучше понимает, короче, что нужно делать. Видимо, ему виднее, я не знаю, хочет спуститься в подвал. Вместо того, чтобы подняться на крышу, он хочет в подвал. Возьмем, пожалуй, фонарик и пистолет, потому что кто знает, что нас ждет впереди. И лучше быть готовым. Лучше быть готовым к любому стечению обстоятельств. Что-то пацан напуган, походу. Я нормально подобрал обоим. Будем жить, короче, с пулями. Угар. Я, походу, бесконечно спускаюсь. Ну, если мне будет бесконечное количество бомб, давайте, я не против. Не забываем про сохранение. Очень удобно. Люблю, когда так делают рабочие, очень молодцы рабочие. То есть, почему бы не дать сохранение? Мало, чтобы заново не липнуть в этой теме. Ну, то есть, это кайф. Ребята, молодцы, нужно денежку отдать. Сейчас будет босс. Thank you.
Открываем. Спину, походу, надо стрелять, не знаю. Ой, что-то не работает моя тактика вообще. Тактика двигателя. Просто челлендж какой-то, я вообще... Конечно, я буду с тобой дружить. Если ты нормальный чувак, адекватный парень. Как бы краба держишь там туда-сюда. Почему нет? Если ты такой вот, как только что был, блядь, с этими штырями, блядь, в голове, в спине, то нет. Тогда я не буду дружить с тобой. Нахуй ты такой нужен, блядь, красавчик. Если ты нормальный, вот как этот типочек, ну, можешь, одеваешься по-другому, там, твое, как бы, желание. Конечно, буду дружить. Знаешь, что за отжимания там пошли. Ну все, ребята, похоже, лепак уже подошел к концу. Я думаю, стоит прощаться.
До свидания. Это похоже от моего обзора на эту игру немного, короче. Не выдержал желудок. Доктор, доктор. Что-то втирает мне. Я никто, Гарри. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't. Что-то втирает нам, короче, какую-то тему. Just leave me alone. Что-то повтирал нам какую-то тему и пошел, короче, и все. Ну, хер его знает. Кто знает английский, пишите перевод в титрах, я хотя бы ознакомлюсь, но на тот момент меня мало будет, наверное, интересовать это. Так, ну, в общем, все. Мы прошли, мы наконец-таки, ребята, с вами встретились, боже ты мой, спустя столько времени. Я так скучал по этому моменту, я так хотел дойти до дальше, потому что этот босс зависал, я переигрывал раз 6, наверное, 5, 7, 80 тысяч раз переигрывал уже до этого момента, я устал. Мне кажется, моя жизнь изменилась, мне кажется, я видел столько скримеров, что лет на 10 меня точно хватит уже, и это просто жесть. С ума сойти, я не знаю, буду я делать какую-то вырезку там или не буду делать вырезку, жесть, я отвечал на вопросы по несколько раз. Хотел бы отвечать нормально, но не выходит. Фу, здравствуйте, друзья, снова продолжим наши приключения. Не знаю, что там с вопросами, я... Это неожиданно было сейчас. А если сюда пойти? Понял? Забил. Забил паренька. Но он сам напрашивался. Вы видели, что вытворял. Да что ж такое? Жесть, не пойду к нему. Не пойду. То что запись. Амбайма. Очень все плохо. Сейчас убьют. Сейчас убьют, потому что как бы одна обойма и очень много противников. Пропустил. Остановлен. Остановлен порыв ярости. Так. Ну это пиздец. Это жесть. Это жестокая, как бы, среда обитания. Блин, так вот камера, наверное, неудобно, да, у меня слишком близко получается. Я просто поставил поближе. За окном вообще пурга. Поставил поближе, чтобы слышно было, потому что у меня микрофон на веб-камере, и это, ну, если он будет чуть-чуть дальше, то это пиздец. Так, а что с этим пареньком-то делать? Куда-то он ускакал, по-моему, в другую сторону. Ладно, на следующий вопрос отвечу. Так, Дмитрий, вы будете со мной дружить? Да, буду дружить с вами. Правда. В принципе, они не такие уж и сильные, эти ребята. Буду дружить, конечно, поэтому пишите, подписывайтесь там, я не знаю. Пишите комментарии, чем больше, тем лучше. Ну, я имею в виду заявки, там, в друзья, все такое.
Что за магическая дверь? Что-то непонятное. Так, сюда. Ну, вроде все спокойно. Так. Ничего нету, очень мало патронов и... Так. Так, Дмитрий, какая ваша любимая видеоигра? Это вопрос от моего любимого подписчика. Одного. Ребята, не знаю, видеоигра прям. В теории, как бы, вот концепция игры. Есть концепция. Это Battlefield, наверное. Потому что, ну, война, как бы, и ты на войне, там, на разных машинах, там, самолетах. То есть, просто снайпер, медик, пулеметчик. То есть, что может быть лучше для парня, как бы, да? Ну, в теории, то есть, ну, как бы... Не знаю, то есть это вот концепция такая, что любимая игра, даже не знаю, это нужно очень долго думать и рассуждать. Жесть, 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 жесть. Вообще, что творится на улицах Лос-Анджелеса? Дождь идет, машина полицейская, дубинка, ебать. Ну хуя. Я думаю, дубинка лучше, чем наша. Ебать! 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 Что за жесть? Я отреагировал просто как мог. Я не знаю, что нужно было делать. Воу-воу-воу. Это пиздец. Что делать? Нет патрон. Слишком сложный режим сложности оказался слишком сложным для меня. Что-то дубинка, короче, похоже, не очень. Ну, не сдаемся, не сдаемся. Блин, а тут нету никакого альтернативного даже удара. А что-то дубинка вообще ни о чем. Что-то дубинка слабая какая-то. Ну что же такое? Давай, нападай на него. Вот сука, блядь. Я уже даже увидел его. Ну какого хуя? Заебал ты, блядь, пидор. Ебать, как они быстро перемещаются. Просто жесть. По-моему, дубинка слишком слабая. С ножом как-то поприятнее. Следующий вопрос отвечу. Так, в общем, концепция игры Battlefield. Дмитрий, извините.
Дмитрий, могу ли я вам задонатить? И сколько максимально денег я могу вам отправить? Ребят, да, можно задонатить. Максимальное количество денег, которое вы можете мне отправить, не ограничено. То есть, ну, вы можете отправлять на свое усмотрение. Видите там, не знаю, что-то лишнее, там, к примеру, магнитофон старый какой-нибудь лежит. Пойдите, продайте его, 20 тысяч там получите, 10 себе оставьте, 10 мне отправите. Все выигрыши. Поэтому можно мне задонатить, и количество денег, которые вы можете отправить, не ограничено. Жесть. Как в цирке. Дай. Все. В общем, я победил этого парня. Так. Продолжим. Мы где-то неизвестно находимся вместе. Что-то неизвестное нас ждет, поэтому будем двигаться. Патрон. Патрон нет. А, нифига. Что-то позвонить куда-то надо. Звонить 543-214. Блин, я пропустил. Справился. Что-то втирают по телефону. What the fuck are you talking about? I need help, please. 5247. Help me. 5247, все понятно. Есть проход. Блин, ну это дубинка. Один, так. Ну, похоже, сейчас дадут нам под задницу. Похоже, сейчас под задницу дадут нам. Не дают ни патрон, ни аптечек, ни хрена. Пойдем сюда, позырим, что за тема. Ебать. Жесть, эти резкие повороты камеры. Ебать, эти лабиринты, конечно. Нихуя не было. Тут сейчас тип будет с бензопилой. Это будет жопа. Я знаю, что от него только бежать надо. Поэтому я бегу. На лестнице, думаю, он меня не достанет, я хуй его знает. Ой, ребята, что будет дальше, мне страшно. Он убивает с одного раза, и от него нужно убегать. За окном темнеет. И этот неприятный звук бензопилы останется со мной надолго.
Ой, сохранение. Ну, слава тебе, Господи. Так. Первое сохранение было. Фух, ну сохранение, и как бы, когда ты сохраняешь игру, ты просто выдыхаешь, потому что знаешь, что ты начнешь отсюда, и все будет в порядке. Так. Фух, этот звук бензопилы, это, конечно, нечто. Повторю предыдущий вопрос, на всякий случай, мало ли вдруг у вас зависло или что-то залагало. Дмитрий, могу ли я вам задонатить? И сколько максимально денег могу я вам отправить? Да, можно задонатить. Максимальное количество денег не ограничено. 14 вопрос. Дмитрий, вы любите животных? Да, очень сильно люблю животных. Да, и это правда. Очень сильно люблю животных. Это правда. Собачек, кошечек, черепах, там птичек.